Доброе утро. Это Винни-влог. Сегодня 1 июля. И мы переезжаем. Знаете, в чем заключается успех этого дня? Мы поехали выбирать стол, приехали в Хофф. У нас есть сертификат Новоселом, который дает нам скидку 15%. Стол стоил 20 тысяч рублей. И хитрыми вычислениями понимаем, что он с сертификатом стоил 17 тысяч рублей, а сейчас он стоит 16 тысяч рублей. Это без сертификата. Но нам человек-консультант сказал, что сертификат не действует. Но я думаю, он просто жматяра. Поэтому мы возьмем этот прекрасный круглый стол. Да. И не менее прекрасные стулья. А стул только один есть. Как бы, кажется... Во-первых, у моих бабушки и дедушки годовщина свадьбы 48 лет, а во-вторых, у наших друзей в Самаре открылся прекрасный лаунж-бар. Наконец-таки его разрешили, Калашников-бар, так что... Лаунж-бар или Калашников-бар? Калашников-лаунж-бар. Опупенное место, в общем, когда выйдет этот видос, поверьте мне на слово, просто такие оп и идите туда. А если вы еще скажете, что вы пришли, потому что вы увидели этот видос, я вам скидочку намучу. Наверное, я постараюсь. Я попрошу. Да ничего, все нормально. Вот так. Давай нож. Бери нож. Готова? Нет, не готова. Подальше. Блин, ну в какую сторону? Ладно, если что, я его толкну. Не, на какую сторону, блядь? Не написано. Где? Вон на рисуночке. На каком? Вот, на рисунке написано. И он это, и такой джбых, и ты спишь. Открываем? Ля-ля. Я буду толкаться. Куда же мне сейчас плохо сделать? Подальше, отодвинь его от меня нафиг. Пусть уж лучше ту стенку ударит. Здесь, а, здесь у меня палочки красиво лежат. Че как криво положил, ты че? Вот так. Может, вот здесь можно? Нет, только там, где написано. Мам, смотри, мам. Дамы и господа, у нас в гостях моя прекрасная мама. Будешь себя рекламировать? Риэлторские услуги. Перцак не Самар, что ли? Собственно, все. Линия закончилась. Я не хочу резать. Давай, что ли? Давай, давай. Не могу вот так вот сделать. Режь. Все, нас... Как это стрельнет мне в нос. Не, ну аккуратненько.
Его только не вспорить случайно. Ой. Мама, меня кура убила! Это растет! Гидрит колотит. Ой! Он открывается? Помоги ему, помоги ему! Так он в другую сторону вызывается. Помоги ему! Рождение! Все разулись. Что купили, не помню. Прыгай. Пойдем, мам. Нет, я могу вас только сфотографировать. И что тогда? Ну вот он бьет отсюда. Так. Смотри, куда он идти будет. Так. А ты если... будешь такая маленькую ложку мыть, и она будет такая на тебя все образована. А если в бок? Так будем делать. А в бок? Тогда вода будет по центру. А он двигается? Он двигается, сам крутится? Ну, конечно. Но так по центру попадает вода. Так она будет прямо вот сюда, и будет опять плескаться такая. А еще раз ровно поставь, пожалуйста. Вот ровно, но ты можешь его, допустим, вот сюда, он тебе будет сюда лить. Да. Или вот сюда, он тебе будет сюда лить. Другого не дано? Ну, можешь вот сюда. Ну что, доброе утро, это Винни-влог, мы переехали, впереди у нас разборка этих прекрасных коробок и пакетов, да, думаю, мы этим сейчас и займемся. Пушистый кот, этот кот вчера залез на счетчики, которые у нас, ну, в каждой там ванне или вот эта белая штучка. То есть там у нас счетчики. Он залез и пополз наверх. В последний момент схватил его за лапку и вернул в наш дом. Беги. Вот так. Так что, наверное, погнали разбирать эти коробки с какими-то вещами. Первый запуск. Что это такое? Плиты. Первый запуск плиты. Чайник электрический еще не купили. Фартук нам уже приехал, просто нужно забрать. А чтобы его забрать, нужно сначала вот эту всю антисанитарию как-то привести в порядок, чем я сейчас и займусь. Здравствуйте. Да, мой сладкий. Чьи лапы там были на варочной панельке? Чьи следы? Ой, у нас миски так идеально его встали. Прямо вот как будто здесь и были. В углу. Как будто кота наказываем. Вот. Первая ночка прошла у нас там, где и положено. Там будет кровать, соответственно, вот там мы и спали. Ой,
дел на сегодня куча. Все разобрать. Я бы хотела доклеить обои. Все, это все дела. Ну что, время 8 вечера. Наконец-то все вещи разобраны. Котик накормлен. Муж еще не накормлен. Сейчас будем готовить. Здесь у нас чисто. В туалете у нас чисто. Полки все забиты. Здесь у нас все пусто. На кухне тоже чистотуля. В спальне тоже чистотуля. Балкон закрыт, там жопа, потому что. Мистер Кот. Вот тебе няня. Мистер Котик. Котик, грязные лапки. Там огромная пробка, потому что у нас что-то там взорвалось. Какая-то труба, какой-то газ. Он какой-то дурачок ездил по обочине и напылил ребятам. В общем, вот так. А мы сейчас будем готовить пасыки. Я думаю, карбонару – это провиантмастер. Они привозят вам продукты и рецепты. И пишут, что вы просто должны делать, в какой последовательности. Пустой холодильник. Еще у меня есть гратен с лососем и слоеный пирог с курочкой. Вот, я думаю, остановимся пока на спагетти. Костя, что ты делаешь? Ведро мусорное серое. Оно больше. Да? Конечно. Доброе утро, это Винни-влог. Какое утро? Уже не утро. У нас выдалась замечательная ночка. У нас была гроза. У нас почему-то капало с подоконника. Гроза была минут 5, но капало трындец. Целое ведрище. А вот этот пластиковый набалдажник не снимай. Ой, капнуло. Еще капнуло.
кажется, котик учил, что мы готовили гратен с лососем. Это называется картоха с рыбой. Гратен с лососем вообще. Вот. Первый запуск духовки. Ну и все, собственно. Мы делаем фартук. Ставим, крепим, монтируем. Здесь вообще-то для... И вот этот прекрасный фартук вот сюда не умещается. Почему мы слегка отодвинули наш огромный короб? Никита пару раз передал привет нашему сборщику кухни. За сорванные... Что это, болтики? Грани. За сорванные грани. И наш фартук настолько тютю в тютю по всем размерам, что сейчас Никита достает варку. Или не достает. Иначе у нас по-другому не влазит, короче. Никит в трусиках, прикрываем ладошки, чтобы нас не заблокировали. Вот такая ситуация. Здравствуйте. Нам приехали двери. Монтаж будет недели через 3. Это у нас с забором. Это у нас с рубиками. А вот ромбики, это в туалет. А это мистер Кот. Мистер Кот. Беся. Косика, ты где? Смотри, что, убежала куда-то Косика. А вот она. А вот она. Домой мультик. Здесь у нас фурнитура. Котик. Это не наши прекрасные ручки от Морелли. Это бумажки. Ты что носишься? Магнитная защелка. Петли. Это санузел. Ой, красота. Так вот, сегодня 14 июля. Нам устанавливают двери. Та пойдет в санузел. Проем. И та в спальню. У нас оказалась дверь в туалет закоцанная. Я покажу на фотках. А по итогу нам сделали красоту. А я сейчас не увижу, да, она по ту сторону. Ну, в общем... Вот, короче, была коцка очень плохая. Она вот так подклеили. Здравствуйте. Да нет, смотри, она даже вровень здесь получилась, так что все равно. Я думаю, они специально это и так и делали рисунок, чтобы он ручка вровень вставала. Ручка, фурнитура, Морелли, Пирелли, Мари, Магнеты Морелли. Что-то, короче, тоже будет. Заборная дверь и подзаборный кот. Сегодня 19 июля. Нам наконец-то привезли диван. Я не помню даже, когда мы его заказывали. У меня на лбу огромный прыщ, новая прическа. А от Никиты пахнет чесноком.
Где лифты, где все двери. И что-то там сделал, зараза. Орет везде. Орет в квартире, в каждой. Орет везде, на каждом этаже. Все орет. Никто к нам ехать не хочет. Но мы же не горим. Типа, зачем подождете? Я думаю, я сейчас вернусь. Кот вообще там уже в дурку сляжет. У кого-то собака орет. Вот, очень весело живется. А вот этот молодой человек едет, мальчишник.